الحجزات اللي بلت. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله. الله. Я свидетельствую, что нету Бога, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад, его раб, и посланник. Все, я вас поздравляю, вы уже мусульмане. И первый подарок не от меня, лично от пророка Мухаммада, мир ему и благословение, в котором он сказал, что ислам стирает все грехи, которые были совершены до него. Понятно, по отношению к Аллаху, по отношению к людьми надо все вернуть, по возможности. Поэтому вы сейчас, у вас... То есть, ну, читать, научиться Коран на арабском языке, потому что, ну, перевод — это перевод. Вот. Ну, что еще? Узнать, как бы... Они целый год лежат. Надо что-то платить, ну, как страховка, скажем так. Возьмем 2,5% из арабы посланных. Вот это ключ. Кто произносил эти слова, он становится мусульманином. Это с уверенностью. Он становится мусульманином. Если он произносил эти слова... К этому решению мы шли большой промежуток времени. Вот. А сегодня, ну, в этот момент приняли решение принять ислам, потому что это самая последняя религия, которую завещал наш Создатель. Вот. И получив большое количество информации об этом, решили принять ислам. Я узнал об исламе, мне хотелось его принять, но тогда я не знал правильно, как это сделать, и родители мне помогли. Я к этому моменту шел очень долго, но все же... Но все же вот пришел сегодня к этому моменту, и я наконец-таки принял ислам, и я этому очень доволен.